Так, здорово всем. Ну чё, погнали дальше. Ну, так. Не знаю, что ли. Нанять. Гильдия. Поимечка. И как мне тут? Так, таверна, кузня. Кую кузня. Где кильдета ела палы? Так. Что за бред? Алтарь героев, портал героев. Арена, кузня, таверна. Я же здесь гильдию только недавно сделал, теперь ее найти не могу. Вы серьезно? А, во. Конечно, в самом большом месте. Так, вербовать. Так. Как минимум заходить раз в неделю. А ну-ка, что там в чате было написано? Левел 1, левел 5. Взять и отправить. Так, друзья, набираются потихонечку. Это хорошо. Правда, придется позаморачиваться с этим всем. Эх. Так, крепость гильдии мне сейчас, в принципе, не интересна. Отмечаться там можно, в принципе, дерево желаний, академия. Так, я же получил 50 очков. А кого бы мне тут сейчас, кстати говоря, надо было повысить? Давай посмотрим. Так. Согильдеец я бы еще согласился названием, но член просто, вот член гильдии хотя бы написали. Господи, у них с переводом или с в мозгах точно вот название. Я бы сказал, какое. Да вы поняли уже все. Ладно, пошли дальше, посражаемся тут немного. Господи, меня поражает в некоторых играх такой перевод, как будто я не знаю. Тут... Сидишь, думаешь, что ли ты дурак, не то ли мир сошел с ума раньше, чем ты. Или сильнее. Как-то так. А, окей. Четыре восемнадцать. Сейчас будет 4:30, 4:40 или сколько там? Мне надо, по 20 уровней на каждом этапе. Все, понял. Но тут, кажется, у меня скоро будут проблемки. Но хотя посмотрим, как мы их будем решать с помощью брони. Вот это вот интересный момент здесь. По эшафоту. Это что за черти? А, вот эти вот, кстати говоря, это одни из юнитов, которые и дальним боем обладают, и ближним, да, эти? Хрена они там колбасят. Я, конечно, понимаю, это босс, все дела. Ну,
Долбанули они, конечно, знатненько. Так, ну, в принципе, 4.15. Сейчас посмотрим. Надо максимально пройти, чтобы у меня хотя бы заработок средств был хороший. Но все равно мне зеленые камни нужны. Это придется заходить каждый день. И стараться зеленые камушки подбирать. Долбят, конечно, что мои хорошо, что эти хорошо. Вот это вот мне нравится. Так, опять что-то зависло. А, нет, уже нормально. Я когда пробовал через мобильный, ну, мобильный интернет играть, оно зачастую бывает зависает. От этого не очень мне понравилось. Так, как-то неприятно. Ладно, давай заберем. Сколько там уже у нас идет? 53, 59, 20. По Лутецкому? Ух, ни хрен. Нифига себе, хотел сказать. Так. Так понял, как минимум заход раз в неделю больше народу понравился. Или лозунг. Ну а чё в этой игре-то это и надо заходить раз в неделю. Кто-то захочет чаще заходить. Что это идиотизм. Заходи каждый день, отмечайся обязательно. Я тут в других гильдиях уже поговорил с людьми. А в игре, в которой основной это пока заработок, серьезно. Ну, мне не будет возможности заходить два дня, чего все. Потом обратно перезаходить, давать вам заявку. Не очень интересно. Поэтому в таких играх, да, реально. Ну это кроме того, что вот тех, кто в друзьях у меня находится, там, да. Хотя тоже можно там поблажку делать. Тоже можно неделю делать поблажку. А хотя нет, смысла в некоторых нету. К примеру, в МПЛ там друзей легко добавлять, так что... нет, пожалуй, я откажусь. Кстати говоря, железный трон мне этим не понравился. Там, в гильдии. Развивайся, заходи. Хотя нет, мне этим не понравился, а тем, что там опять же нет баланса. Просто тупого баланса нет. Это, к сожалению, расстраивает довольно сильно. Если уж так посудить-то. Да заянчивать. Проблема старых сильных гильд, ой, 53 уже, блин. Понятно, что они так шкипидарили, да, это думаю. Еще не довольно били. Кто бы сомневался, почему. Конечно, кентавр с возвратом урона это жесткая тема. Так, 5-4, да? Говоришь. Ну давай попробуем, пока не проиграем. Потом уже будем пытаться думать. А что можно, блин, придумать? Тут много ты не придумаешь. Только развивать героев дальше. А это может времени уйти немножечко до фига. Thank you.
они еще одной фракции, зараза. У них бонус идет неплохой. У меня героев столько нету. Они еще и все хиллеры? Серьезно? Недалеко я продвинулся 60-м своим уровнем. Так, ковать амуницию. Стоп. То. Здесь можно ковать? Ты сейчас серьезно? А, секунду. Это что? Так, стоп, ковать амуницию. Это вообще как понимать-то? Я сейчас что-то как бы не понял. Что за ковка амуниции? Серьезно? Я сейчас тогда проиграю, посмотрю. Может, можем что-то наковать. В принципе, было бы интересно. Ой. Так. Да, запросов новых нету. Потому что что? Потому что, скорее всего, нам нужно будет сейчас написать премиум от 40к. Чего от 40к? А, понятно, урон им там нужен. Но опять же, по-моему, это сплошной геморрой. Так, и что я хотел? Во-первых, по героям прошастаться, и объяснит ко мне кто-нибудь, а как я тут могу... Просто другое сейчас интересно. Так, и ты у нас вроде боец ближнего боя, да? Так, если мы вас, к примеру, продвинем, но продвинуть не сможем одного, да? Вот, блин. А кого продвигать-то? Ну, только этого. Да и то... Того, что я одного продвину, толку сильно много не будет. Если честно. Такая маленькая проблемка, знаешь ли. Но все ж таки... Улучшение снаряжения. Тут еще очки таланта. Да, здесь много всего. Но это после, насколько я понял, какого-то уровня идет. Так, обновили. Так, тебя давай, дядька, тоже обновим. Тебя мы обновили уже, да? Ага. А тут что, вот хреново не пишется общий боец герой, так, например, авто, опа, и что-то написано. Что-то есть там, что-то повышается. Гениально. Помедленнее бы оно шло, чтобы понять хотя бы что. Было бы немножко получше. Так, у нас тут есть с одной расы мало довольных героев. Вот это вот плохо очень. Зал призывов, что-нибудь там поинтереснее имеется. Давай сделаем призыв 10, чего еще остается. Лавовый жук, чертенок. Ну окей. Тут по призыву не хватает всего. Один пятизвездочный-то, блин, выпадет.
Так, алмазики лучше пока оставить. Древе мира сделать 5 призывов. Да как тебе сделать-то? Кстати говоря, за что тут хрена тень дается? Здесь, наверное, можно призывать что-то получше, да? Так, кстати, заменить героя. Не менее чем 4-звездочного мы можем заменять, да? Но с одной и той же только расы. Это немножечко не то, что бы я хотел. Это обидненько. Так, давай посмотрим, сможем ли мы справиться с новыми шмотками. В принципе, потом надо будет посмотреть опять же это башенку, подизучать немного. Тут, скорее всего, не знаю, как придется ждать и по рынку покупать долго и упорно. А что, враг меняется здесь, что ли? Чё-то не понял. Или он рандомен? Серьезно? Вот это номер. И походу здесь рандомизируется, это необычно. Странно как-то, слушай. Нужно заменить битву на предыдущем этапе закончить. О, блин. Левел 38. То есть у нас лут может быть этот камень дурацкий. Да уж. Я бы сказал пару слов. Так, портал героев. Этого вот дядьку с молоточками поприбивать. Остальные что получается? Низкоуровневых рангов можно удалять смело? По-моему, это нечестно. Никому так не кажется. Да, надо мне побольше героев, хотя бы чтобы их было под сотню, но тут, судя по всему, реально... А, нет, мы 3-звездочник все-таки можем сюда зашпиговать. Чтобы один сделать 5-звездочный, нужно 1, 2, 4 любых героя этой же фракции. Йо, совсем сдурились, что ли? Мне героев пока маловато, чтобы хоть как-то попробовать с этим пободаться. Ну и потом, когда у меня будет героев достаточно, я что-то бодаться здесь как-то не горю желанием. Полезная Лига чемпионов, конечно. Так, темная башня. О! Для левела 70 это в смысле. Так, ладно. Да, не больше нету, да? Да, в этой игре как-то я смотрю заняться-то... О, кульню нашел. А вот сейчас мы, кстати, может что-то и сварганим. Отлично. Мы можем этот меч переделать вот такой. Здесь можем вот так переделать. Так, по поводу брони, но тут, да, с броней выбором, конечно, все довольно хреновато. Самый слабый тип брони мы переделываем, более сильный. Вот оно в чем прикол, я понял. Так, хорошо.
Вот это уже поинтереснее становится. То есть сейчас, может, приоденем, мы сможем хотя бы пройти еще этот этап дурацкий. А, нет, не сможем. Нам там уровень нужен. Слушай, а может здесь так и распределено специально по уровню, чтобы быстро не развивались? Не, ну хотя это глупо, по идее. Хотя, может, и умно. Черт его поймешь. Ну, колечки-то здесь можно неплохие сделать. То есть, ты смотри, до чего тут можно дойти. Это просто абзац. Наверное. Так, улучшить. Чего? Полезно разбирать броня. Украшения, так, воссоздание снаряжения, оружие. Нет доступного это зачарованное еще снаряжение. Япон, дрожь. Ну нифига здесь всякого понапихали реально. Да, слушай, портал героев. Угу. Сможем нескольких тут призвать. Я думаю, может, и на звездочных вообще поудалять нафиг. Потому что одна двухзвездочная, судя по всему, здесь вообще не котируется ни с чем. А зачем они даются? На разборку? Видно, реальная игра была перепродана, и эти герои когда-то были нужны. Но теперь, видите ли, нет. Так, зал призывов. Странно как-то это все очень. Даются, конечно, герои тут ужасающие. Слабые. Да, очень, слушай, странно. Как-то с этой игрой все. Да, вот я говорю, вот обрати внимание, игры, которые вот у меня именно с искусственной музыкой, в основном зачастую вот такие вот, они как будто у них внутри вырезан контент. Знаю, конечно, я попробую еще. Давай попробуем повоевать на боевом зале. Приоденем наших героев. Но уж как-то это слишком, народ, все странно. Даже приодеть не можем. У меня очень много разных типов легкой и средней брони, но нет тяжелой для бойцов. О, хреновастас. Ну да, можно было и не догадываться. Так, что у меня там по героям, во-первых? 45 героев у меня есть. Ну, одна-двух звездочных придется удалять в любом случае, потому что я даже не знаю, что с ними делать-то. Макс уровень. Сила тетенька посрать называется. Так, мы можем увеличить здесь на 5 героев, да, место за 100. Дальше у нас будет за 200. Ясненько, как это все работает. Поехали в боевой зал. Тут пока надо будет. Сколько там мы зарабатываем уже?
54-63. Ах, точно, уровень нужен. Тут не сила нужна, а уровень. Ладно, давай-ка мы подизучим еще. По ходу дела, реально одна-двух звездочных героев надо просто ликвидировать. Без каких-либо вариантов. Ладно, пусть парни босса тоже пинают, это, в принципе, не столь важно. Давай-ка посмотрим все-таки поподробнее портал героев вот этот вот. И, походу, одна-двузвездочный герой здесь вообще никуда не котируется, да? Да, короче, одна-двух звездочных героев можно смело удалять. Что, собственно, он и делает. Ну а зачем тогда они нужны? На удаление просто тупо, это чушь. Он тут и трех звездочных, видишь, пихает. А вот трех звездочных могут-то пригодиться. Начнем с этого. Вот это вот странно. Так, герои для обмена я могу как-то настроить? Нет, не могу. Тут тоже, блин, все удалять, если троечки. Не, нафиг. Так, боевой зал. Бесполезен. Зал призывов мне ничего сейчас не даст. Так, надо будет шкипидорить гильдию смотреть. Хотя я сегодня, завтра еще полинкую тут. Посижу, поснимаю. Думаю, тут нормально уже будет приходить. Давай посмотрим, сколько там приходит. Я что-то забыл все посмотреть. Так, двадцаточка, ну нормально. Паутецкий тоже подкатывает нормальненько. Так что не проблема. На 38 уровня, я думаю, дойдем. Руны недоступны. Облик чего? Ой-ой-ой. День Святого Валентина. Парный путешественник. Забавно. Это, мягко сказать, забавно. Это еще и странно до упора. С амуницией надо потом придумать что-то. С рунами тоже все странно. И здесь у нас донат-магазин, да? Битва на арене. 80 уровень нужен. Нехило. Так, у меня там никакой красивой мордашки не появилось. У меня тут много чего появилось. И давай мы посмотрим на эти мордашечки. Вот такой вот выберу. Вот более-менее нормально. Что ж, народ, на этом я закончу. В принципе, здесь сейчас буду заходить потом, давать запросы. Ну, все равно надо будет заходить, монетки забирать. Но очень странно здесь. Это чувствуется такое впечатление, будто специально игра замедлена. То есть, если во всех остальных играх даже одна двузвездочный герой были полезны, здесь, по ходу дела, специально сделали. А на кой черт мне их призывать, чтобы потом их удалять? Никто не объяснит, это что за бред такой? Это все равно, что у меня 42 размер ноги, я пойду куплю 3 пары обуви, одну 43 размера и 2 другие пары куплю 39, чтобы их выбросить. Это, короче, бред какой-то, я вот так вот скажу, но буду изучать еще. Всем удачи, всем пока.